О ней справедливо сказать, вся в делах уголовных. Ольга Кузнецова работает следователем уже 8 лет. Основной ее профиль – работа с несовершеннолетними преступниками. Она, можно сказать, не просто следователь, а следователь-педагог. Опытный следователь обладает талантом узнать правду от подозреваемых, даже от тех из них, которые намереваются скрыть эту правду. Бесспорно, в данном случае нужны психологические особенности, знания личности. Поэтому следователь – это и в какой-то степени психолог и в какой-то степени педагог. Сегодня в России день работника следственных органов. Однако даже профессиональный праздник Ольге отмечать некогда. Свободного времени у нее практически нет, разве что свободная минутка. И она любит проводить его с хорошей книгой. Я классику люблю. Особенно люблю поэзию Серебряного века. Томик поэта Серебряного века помогает Ольге отвлечься от многотомных уголовных дел. Благодаря ее работоспособности и профессиональным качествам других следователей, Химкинское следственное управление имеет отличные показатели. Ольга Кузнецова – один из ценнейших кадров следственного управления. Старший следователь занимается расследованием наисложнейших дел. Основной акцент – работа с несовершеннолетними подозреваемыми обвиняемыми. Требует определенных умственных качеств, затрат и тонкой психологической подготовки. В первом квартале 2017 года следственное управление Химок направило в прокуратуру 126 уголовных дел. Этот показатель значительно выше, чем за аналогичный период прошлого года. Алексей Житких, Евгений Никулин, служба новостей.